Бродячих собак на улицах города становится меньше, отчитался городской департамент благоустройства. С начала года в Самаре уже отловили 16 тысяч безнадзорных животных. По словам руководителя ведомства, работа активно ведется во всех районах города. Снижать взятый темп в деле отлова безнадзорных животных в городе не намерены. Согласно официальным данным Центра гигиены и эпидемиологии Самарской области, с мая 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 отмечено снижение количества обращений граждан в лечебные учреждения по фактам укусов бродячих собак. Безнадзорные животные, а это не только собаки, еще и кошки, крысы, представляют опасность для жителей. Их численность напрямую зависит от чистоты и порядка в городе. Меньше мусора, меньше бродячих животных. Проблему не решить, пока не будет порядка на контейнерных площадках, торговых базах и объектах потребительского рынка. Я попросил бы еще раз всех понять, что это наша ежедневная работа, чистота и порядок на улице города. В планах на этот год отловить на улицах города порядка 26 тысяч бродячих собак. И без помощи жителей здесь не обойтись. Именно люди помогают выявить особо проблемные и опасные участки скоплений безнадзорных животных. Лариса Шлафаст, Сергей Баскин, ГИС «События».